В рамках 13-го тура чемпионата России по волейболу «Газпром Югра» принимал на домашней площадке «Московская Динамо». Москвичи занимали вторую строчку в турнирной таблице, сургутяне держались на пятой. Любопытно, что после встречи ситуация не изменилась. Анна Серикова расскажет подробнее. Сургут встретил гостей сильным морозом. Но ни погодные условия, ни плотный игровой график, динамовцы только вернулись с очередного матча Кубка ЕКВ, ни отсутствие легионеров Зайцева и Холта не повлияли на игру подопечных Юрия Маричева. У нас тренировочный процесс построен так, что у нас взаимозаменяемость постоянная на тренировках. И поэтому все эти замены, которые у нас произошли, они не были случайными. Вот, все это было подготовлено. Сургутские волейболисты боролись за каждый мяч и не позволяли соперникам навязать свою игру. Более-менее равная борьба длилась до 19 очков. В концовке сильнее были москвичи – 25-23. Во втором сете сургутяне попытались перехватить инициативу. Тодор Алексеев нашел ключ к блоку москвичей. Заработал несколько очков, и его команда приободрилась, но ненадолго. Поймал кураж доигровщик «Динамо» Денис Бирюков. Я до этого игру отдыхал, можно сказать, набирал сил. Сегодня был полностью. Активно задействовал Гранкин и первый темп. Логичное завершение сета 25-21 и 2-0 по партиям в пользу гостей. В принципе, мы грешили очень в атаке. Атака была, получалась у нас всегда на 2 их очка. Мы отыгрывали только 1 очко. Как говорится, всегда на шаг мы отставали от них. Третья партия особых сюрпризов не принесла. Сургутяне не могли поменять рисунок игры. Лишь несколько раз за сет они вырывались на пару-тройку очков вперед. В основном же солировали гости. Логичный итог – 25-23 и 3-0 по партии. Это просто спад коллективной игры. Попробовали сегодня игроки сыграть в индивидуальный волейбол, и мы видели, что из этого получилось. Какой-то слегка сумбур. И от этого казалось, что «Динамо Москва» сыграла слаженнее и собраннее. В этом матче впервые на площадку вышли новички «Газпрома» Дмитрий Красиков и Виталий Мосов. Последний, к слову, принес команде 2 очка. В сегодняшней игре допускали много очень своих ошибок. Очень много. Соответственно, команда противника ошибалась намного меньше. Обидно, обидно, конечно. У команды не было двух лидирующих игроков, поэтому можно с ними было играть очень хорошо, ровно. Несмотря на то, что количество ошибок у обеих команд зашкаливало, общую картину этот факт не испортил. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик «Динамо» Денис Бирюков. В его активе 23 очка. У сургутян по 11 очков набрали Тодор Алексеев и Константин Бакун. До Нового года «Газпром Югре» предстоит сыграть 2 матча. 10 декабря с Пермским «Прикамьем», 13 декабря на выезде с Оренбургским «Нефтяником». Анна Серикова, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости.